Если вы никогда не видели, как выглядит такое настоящее, чистое зло... Вы заставляете мое сердце биться чаще. Скажу больше, вы заставляете биться чаще сердца всех казахстанских женщин, потому что вы истинный лидер. Да, посмотрите на ситуацию, которая сейчас разворачивается вокруг семьи погибшего Шерзата. Его родители, на глазах которых убивали их сына... Такая это убийца, это кровавый преступник, который дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Я абсолютно уверена, сейчас находятся просто в шоковом состоянии. Они еще не осознали, не приняли эту утрату, потому что я даже себе не представляю, как сложно, и дай бог мне никогда этого не знать. Да, но у меня сердце разрывается, вот, когда я думаю о матери этого мальчика, о его отце. И тут им еще прилетает с другой стороны. Их лишают крова и пытаются запугать. Вот, смотрите, ребята. Вот-вот-вот, что происходит, что со мной происходит. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Видите? Да не там суп. Я думала, что мы вот это все оставили уже в 90-х, что мы гораздо более цивилизованная страна. Оказывается, нет. И это настоящий вызов всем и судебной системе. Мне прямо сказали, это заказ Такаева. Посадить меня. Министерство внутренних дел и нам, как гражданскому обществу, абсолютно точно. И я повторюсь, убеждена, что здесь нужно открытое, честное расследование и обязательно открытый суд. Жылқы мінезді, қасқыр мінезді қазақ орнынан тұру керек. Біз жеңіске жетеміз тек қана диваннан тұрғанда. Мен өз басым сенемін, сотталып кетсем де, бостандыққа шықсам да жеңіс мен жақта, яғни халық жақта. Ал мына ұры билік бәрібір кетеді. Әрқашан да бірге болайық, кеші жарық, еш қысарық ағай. Потому что вы истинный лидер. Вот и что из этого получится, вы узнаете в конце программы. Ну а сейчас мне пора в студию.